Это 5 человек, и мы в течение 2 лет сочиняли разные междисциплинарные проекты. Спектакли, выставки, перформансы, инсталляции. И в какой-то момент мы поняли, что такая конструкция взаимодействия внутри команды, она несостоятельна. И поэтому мы решили провести такую черту, показать все наши работы, точнее, артефакты работ, которые остались со всех проектов за эти 2 года. Видеоработы, арт-объекты, все-все-все. И показали это в ЦК-19. Есть фраза «Очередное дно пробито». И это как бы такое дно, от которого можно оттолкнуться и что-то заново начать, пересобрать. Вот, поэтому это определенная такая точка погружения, от которой уже нужно только отталкиваться. Вот, тонуть уже некуда.